Приветствуем всех ценителей хорошего звука. Сегодня мы продолжим сборку лампового MM-фонокорректора Realight. Ссылка на первую часть доступна в описании. Установив все основные компоненты, необходимо соединить перемычками точку А с анодом первого стабилитрона и точку Б с анодом второго стабилитрона. Сами перемычки должны быть обязательно заизолированы трубкой. При использовании конденсаторов K714 они припаиваются в эти точки. При использовании конденсаторов VIMA устанавливаются две перемычки, а сами конденсаторы устанавливаются на свои посадочные места, как вы это можете видеть на экране. Так как резисторы номер 33 и 34 использованы миниатюрные, то их можно установить таким образом. Это же посадочное место рассчитано под резисторы VS такого типа размера. Накал входных ламп подается из этой точки, и витыми парами оно будет поступать на одну радиолампу и на вторую. На этом сборка печатной платы лампового фонокорректора Realight завершена. Устройство готово к подаче напряжения и последующей его настройке. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, выбирайте и собирайте.